Вітаю вас, шановні телеглядачі, ви дивитесь «Актуально». Сьогодні ми говоритимемо про підсумки місцевих виборів. І у нас в гостях начальник виборчого штабу місцевого осередку політичної партії «Фронт змін» Денис Олександрович Шарапов. Вітаємо вас. Добрий день. Ваша партія по місту набрала 13,51%. Чим, на вашу думку, обумовлений такий високий результат? Я хочу, прежде чем ответить на ваш вопрос, поблагодарить жителей города Борисполя за то, что они приняли участие в выборах, поблагодарить избирателей, тех, кто дал нам свой голос, и мы теперь всячески будем оправдывать ваше высокое доверие. Особые слова благодарности я хочу сказать всем членам дельничих и территориальной выборчей комиссии за ту титаническую работу, которую они проделали, потому что люди провели на избирательных участках буквально несколько суток и очень добросовестно, очень ответственно сделали свою работу. Еще раз вам от себя, от всей нашей команды, и думаю, что от всех кандидатов в депутаты, огромное вам человеческое спасибо. Что касается таких высоких результатов, то я думаю, здесь главная заслуга фронта ЗМИН в том, что мы не являемся той партией, которая такой, как грибочек после дождя, она раз появилась перед выборами, пошумела, там пряники раздала, концерты провела, с флагами побегала и пропала. На самом деле фронт ЗМИН, несмотря на достаточно небольшой возраст, порядка полутора лет деятельности нашей в Борисполе, мы никуда не пропадаем, мы ведем достаточно активную общественную жизнь в городе. И, наверное, это и сказалось на том доверии, которое оказали нам избиратели. Проте з вами майже у рівних умовах була і така партія, як «Сильна Україна». Партія виникла майже одночасно, проте ви випередили їх майже на 6% по місту. Як гадаєте, з чим це пов'язано? Кого вы в ней знаете, что эта партия на протяжении именно полутора лет делала для города. Я так навскидку сказать этого не могу. Фронт ЗМИН полтора года, маленькие какие-то, это не акции, это добрые дела мы их называем, для общественной жизни города. Там помогли садику, там помогли инвалидам, там отремонтировали стадион, там сделали что-то еще. Причем мы не стараемся помогать вот как-то там деньгами, какими-то закупками или чем-то еще. Мы организовываем всевозможные мероприятия. У нас есть общественная организация «Фронт ЗМИН». Она проводит все эти мероприятия. Мы всячески хотим показать, что мы неравнодушны к жизни города. Мы участвуем в каждом маломальски значимом событии. Если таких событий нет, то мы их сами организовываем, сами проводим. Єдина партія, яка вас випередила на виборах до місцевої ради, це партія регіонів. І там і розрив не дуже великий, 0,6%. А ось чи очікували ви, що майже на 6% ви випередите таку партію, як «Батьківщина»? Знаєте, на мій взгляд, головне... Проблема партии «Батьківщина» заключается в том, что это партия одного лидера. Есть вот лидер, да, есть такой идол Юлия Владимировна. Действительно очень харизматичная личность, способная повести за собой десятки тысяч однопартийцев и избирателей. Склоняю голову, молодец, может это сделать, но все, больше каких-то ярких личностей, как даже на нашем уровне, таких вот людей, их, мне кажется, нет с такой харизмой. Да и, наверное, желающих сильно вести общественную деятельность тоже нет. Поэтому прошлые выборы, неожиданный результат партии «Батьковщина» заключается в том, что была немножко другая избирательная система. Она была несправедлива по отношению к местному избирателю. Нет мажоритарки. Мы увидели в телевизоре рекламу. Этой рекламы было много, она была на бордах, в прессе, где-то еще, все. Мы все проголосовали за одного человека, который там где-то наверху, забывая о том, что работают люди здесь, на местах. Поэтому результат, как на мой взгляд, достаточно прогнозируемый. Я считаю, достаточно заслуженный. Еще такое питание. Вернемся до мажоритарных округов, одномандатных. Ваши кандидаты перемогли по 5 мажоритарних округах. Чи задоволені ви таким результатом, чи хотілося б трошки більше?
Наверное, я не совру, если скажу, что хотелось бы получить в горсовете 48 мест, но при 24 кандидатах как-то завышена амбиция. Да, безусловно, интересно было бы получить 24 места, 24 наших кандидата мы могли бы пройти, но 5 кандидатов в городе, я считаю, это неплохой результат, достаточно неплохой. И опять-таки это степень доверия людей, потому что этих 5 избрали люди на местах. Вот для нас именно этот показатель важен. Результат достаточно неплохой. Хотелось бы, конечно, лучше на следующих выборах. Я думаю, мы доверие избирателей еще больше укрепим, в том числе на тех мажоритарных округах, где прошли наши кандидаты. Но на сегодня мы имеем то, что имеем. До речі, саме довіра виборців. Вам надали дійсно високу довіру зараз в місті. Як ви будете її виправдовувати? Як вважаєте, чи зможете впоратись з такою відповідальністю, яка зараз на вас? І відразу друге питання. З тих партій, що пройшли до міської ради, хто буде вашим союзником? Ось головным, с кем вы сможете плотно сотрудничать? Я начну с первого вопроса. Если бы мы не рассчитывали и не стремились оправдать доверие людей, то мы бы и не рвались в совет, мы бы не рвались в политику. Для нас самый главный критерий – это ответственность. Кроме того, партия «Фронт Змінь», она формируется по профессиональному признаку. И мы начали готовиться к тому, что будем делать в советах задолго до того, как получили те результаты, которые мы имеем сегодня. Каждый наш кандидат, он проделал достаточно большую работу, готовясь к работе в горсовете. В нашей команде есть специалисты по разным направлениям. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, это и привлечение инвестиций, это и медицина, и образование. И в рамках всей политической партии «Фронт Змінь» действует программа под названием «Школа влади», где каждый человек, который пришел в нашу партию, он обязан доказать, что он не только хочет пройти в органы власти, но еще и может не только пройти, но и выполнять там свою работу. В данной ситуации работу как депутата горсовета. Поэтому каждый из наших теперь уже депутатов, он может не просто представить, что он хочет сделать в городе, что он может сделать в городе, но и выполнить эту работу. Я считаю, что мы команда профессионалов. По этому принципу строится наша партия. Если человек не в состоянии такую работу провести, то он просто не станет членом партии, соответственно, он не попадет в список и не будет подан на выборы по мажоритарному округу от нашей партии. Еще раз повторюсь, что партия «Фронт Змінь» строится по профессиональному принципу. И идя на выборы, мы задавали себе вопрос, что мы будем делать еще задолго до того, как. Что касается оппонентов, либо же союзников в дальнейшей работе, мы будем работать со всеми партиями, которые конструктивно настроены вести диалог на то, чтобы сделать наш город более комфортным, более удобным, более достойным. За попередними оценками особисто нашего канала, вы отримаете у міській раді 10 міст. Це більше, ніж будь-хто. До речі, поділитесь секретом успіху з глядачами, якщо можете, якщо це не якась приватна піар-технологія чи щось таке. С радостью поделюсь, тем более никакого секрета здесь нет. Главное правило одно. Ты должен делать искренне все, что ты делаешь. Если ты идешь в политику, идешь работать в город, ты должен делать это искренне. И выходя на выборы, мы немножко опередили события. Мы в ходе нашей предвыборной кампании сделали вот тот первый шаг, который, в принципе, должны были бы сделать депутаты горсовета. Давайте вспомним, кто такой депутат и для чего вообще этот человек нужен. Это человек, который отстаивает интересы, права и свободы тех избирателей, кто его выбрал. Избран ты от округа, будь добр, у тебя здесь 2000 избиратели, 2000 человек делегировали тебе свои полномочия отстаивать их интересы перед органами власти, пожалуйста, отстаивай. Ты вызвался, будь добр. Я
до отстаивать интересы моих избирателей. Первое, что я должен сделать, я должен выяснить, а что же люди хотят. Я не могу фантазировать. И мы в ходе предвыборной кампании пошли все к своим избирателям и у них спросили, скажите, пожалуйста, что мы для вас должны сделать? Есть какие-то проблемы, пожелания, вопросы? Пожалуйста, давайте будем их обсуждать. И мы зашли фактически к каждому избирателю на своем округе. Ну, лично я пообщался порядка с 400 людей. Не получилось совсем. Где-то я был ограничен во времени, где-то не было людей дома, работа. И такую акцию мы провели по всему городу. Больше чем 20 тысяч человек пошли с нами на контакт, мы с ними общались, поделились своими пожеланиями, своими проблемами. И мы на сегодняшний день, я считаю, получили от жителей Борисполя задание, что мы должны сделать в городе за ближайшие 5 лет. Я думаю, что мы еще будем с вами встречаться, будем обсуждать эту работу. Сейчас мы систематизируем, на самом деле, проблематика в каждом районе, в каждом доме, она, в общем-то, очень схожа. На данном этапе мы анализируем ее, систематизируем. Следующий этап мы подключим к этому анализу специалистов, если не сможем сами справиться, для того, чтобы выработать решение, как, в какой последовательности, какой ценой необходимо решить все эти проблемы. На основании анализа рождается какой-то календарный план, который как задача ставится горсовету. Если мы можем в этом поучаствовать, мы можем чем-то помочь горсовету своими мыслями, своими идеями, своим каким-то управлением, у нас специалисты есть, то, безусловно, мы конструктивно движемся дальше в выполнении этого плана. И таким образом, через какой-то промежуток времени, не обещаем и не рассказываем сказок, что это будет завтра, послезавтра, это долгий путь, он займет месяцы, годы, он будет поэтапный, кто-то получит раньше исполнение своих желаний, кто-то позже, но по итогу за 5 лет мы сделаем все, что мы обещали. Более того, мы ведем достаточно прозрачную систему отчетности о том, что каждый из наших депутатов делает. Мы будем с какой-то периодичностью перед нашими избирателями отчитываться, показывать и рассказывать, что мы сделали. Партия «Фронтсмен» – это партия открытого типа. Если вы помните, как только было объявлено о том, что партии идут и по списку, но буквально на следующий день в прессе показали. Вот, пожалуйста, наши 12 человек, там 24 человека. Вот они есть. Мы никого не скрываем, мы никого не прячем. Пожалуйста, мы открыты для общества. Вот таким вот путем мы выполним все, что мы пообещали избирателям. То есть я всегда провожу простую аналогию. Вот, например, там, я врач-педиатр, вы маленький ребенок. Первое, что мы делаем? Пришел ребенок на прием к врачу. Что у тебя болит? Опрос. Мы опросили. Дальше. Какие-то дополнительные анализы, изучения. Это второй этап, тот, которым мы сейчас займемся. Третий этап. Таблетки, либо какой-то курс лечения. Ну и четвертый, собственно говоря, празднуем выздоровление. Именно по такому пути мы пойдем в городе. И второе направление, которое мы обязательно осуществим, это те специальные проекты, с которым пришел каждый из наших кандидатов. Ну, как пример могу привести. Есть у нас проект строительства в Борисполе сети амбулаторий с тем, чтобы медицинское обслуживание происходило не по факту, а носило предупредительный характер. Такой опыт есть в других областях Украины. Мы готовы этот проект осуществить. Есть у нас соответствующие специалисты. Ну, на жаль, наш эфирный час уже подходит до завершения. Тому наостанок, что бы вы хотели донести еще своим выборцам? Я думаю, что все, что мы хотели сказать, мы сказали в ходе предвыборной кампании. Еще раз хотел бы всех поблагодарить. И хочу уверить еще раз всех наших избирателей, что никто не будет разочарован в том выборе, в котором сделан, что никто не будет разочарован в доверии, которое оказал нашей политической силе «Фронтсмен». Ну що ж, дякуємо вам за такі гарні відповіді. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, ви дивились актуально. До зустрічі за тиждень.